Научно-практическая конференция в Верховном суде Карачаева-Черкесии была посвящена пятилетию судебной реформы в России. Напомним, в 2019 году в целях исключения совмещения нескольких инстанций в судах регионального уровня и укрепления гарантий независимости судей в стране были созданы 9 кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции, что повысило правовую защиту граждан, дав возможность эффективнее исправлять потенциальные судебные ошибки. Главной целью судебной реформы стало стремление оптимизировать судебную нагрузку, сделав это именно по принципу экстерриториальности, подчеркнув независимость и беспристрастность принимаемых решений. Решением Пленума Верховного суда ознаменован новый этап совершенствования системы судов общей юрисдикции. Помимо судей, участие в конференции приняли представители научного сообщества, а также студенты юридических вузов. По их мнению, такая конференция поможет провести анализ позитивного опыта реформы, а также даст возможность расширить сотрудничество юристов-практиков и представителей науки. 5 лет назад, когда стартовала деятельность кассационных и апелляционных судов России, действительно был сделан важный шаг для усиления эффективной системы отечественного правосудия. В результате заметно улучшились условия для судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Новая судоустроительная модель позволила исключить совмещение в одном суде нескольких инстанций по одним и тем же делам, укрепить независимость судей и повысить эффективность исправления ошибок. Данная модель судебной системы отвечает современным запросам гражданского общества, пользуется доверием общества и обеспечивает высокий уровень правовой защиты. Наиболее полезной конференция оказалась для студентов. Не так часто у них есть возможность вживую послушать выступления действующих судей, а также профессоров с большим опытом преподавания. Мне кажется, это достаточно полезно для человека, который является юристом, для того, чтобы разобраться в своей профессии и в будущем применять в профессиональной деятельности. Я выбрала профессию юриста, исходя из того, что мне было интересно разобраться в российском законодательстве. Также я считаю, что это наиболее такая подходящая профессия для того, чтобы помочь людям, гражданам, стране. Я хотел бы помогать нашим гражданам в правосознании, также в, скажем так, установлении правопорядка и пресечении, скажем так, преступности и защиты гражданского общества всецело. К слову, проведение конференции судебного и научного сообщества на площадке Верховного суда Карачаева-Черкесии уже становится доброй традицией. Это объединяет практиков и ученых, дает возможность обменяться опытом и обсудить задачи, стоящие перед судебной системой. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24.